Всем привет! А в этом видео хочу вам показать свою котлею. Ту котлею, которую мы с Иваном купили на садоводе. Значит, приехала, и что я наблюдаю? Наблюдаю то, тургор, естественно, не восстанавливается, потому что у этого растения нет корешков совсем. Там один какой-то вырос у меня. Вот что я наблюдаю. За 3 дня просто пожелтел очень сильно листок. Видите? И бульбочка тоже начала желтеть. Но так как я понимаю, это самая первая бульба, от нее идут все остальные. Я просто надеюсь на самом деле на то, что она желтеет от старости. И надеюсь, что она желтеет из-за того, что вот растет, сейчас минуточку, растет молоденький ростик, и как бы он питается за счет всех остальных бульбочек. Я, конечно, надеюсь, что она, эта котлейка, ничем не болеет. И эту бульбочку я срезать пока не буду, не буду ни удалять, ни срезать. Просто хочу посмотреть, что будет дальше. Естественно, она пожелтеет. Как только она полностью пожелтеет, только тогда я ее удалю. Я надеюсь, что эта котлея у меня не болеет. Вот маленький ростик. Он очень медленно растет. Ему тяжело, потому что мы ее купили настолько пересушенную, что вообще, я думала, шансов нет никаких. И вот здесь... Сейчас постараюсь вам показать. Вот он. Это белый корешок. Это уже у меня вырос. Мне очень жалко это растение. Но поливать, заливать его, естественно, не нужно. Потому что в нем нет корешков. Оно не может питаться корешками, пить водичку. Поэтому пока не нарастут с новых бульбочек, с новых ростиков корешки, оно таким и будет. Я очень-очень надеюсь, что это не какая-нибудь болячка очередная. Потому что все на самом деле орхидеи, они продаются настолько больными, запущенными. Я надеюсь, что все будет хорошо. Все, всем пока!